Добрый день, Минск-арена, здравствуйте! В очередной раз мы приветствуем всех тех, кто пришел на этот невероятный стадион. И говорим спасибо каждому зрителю, который делает киберспорт лучше и больше. Спасибо каждому из вас, кто пришел сюда и кто смотрит нас с помощью платформы Twitch. Здравствуйте еще раз! Сегодня здесь, на этой сцене, сыграют, не побоюсь этого слова, лучшие команды мира. Давайте встретим первые две из них. Итак, справа от вас легендарная команда Fnatic. И несмотря на то, что им не удалось выйти из группы с первого места, это еще ни о чем не говорит. Слева от вас команда Gamers 2. Сильный коллектив, который постарается что-то противопоставить шведам. Сегодня в рамках дисциплины Counter-Strike Global Offensive нас ждет две игры. И напомню, что во второй игре будет участвовать, пожалуй, самая любимая СНГ-команда. Это команда Natus Vincere, но чуть позже мы об этом поговорим. Что же мы будем делать сейчас? Кто готов болеть? Кто готов реагировать на каждый хедшот? Ну что ж, давайте сделаем все возможное, что зависит от нас, чтобы команды чувствовали, что здесь есть те самые люди, которых можно назвать болельщиками. Потому что никакой спорт невозможен без болельщиков. Поэтому спасибо вам еще раз. Передаем слово аналитике. Мы в Минске.